Я Ростик, мне 8. И сразу вам скажу, моя жизнь не сахар. Думаете, преувеличил? Дедушка, чемпион двора по шахматам. Во время обеда он мне солянку 20 минут передает, потому что и скатерть у него вот такая. А бабушка вообще обожает экстрим. Предлагает мне сделать странные вещи. Перед выходом из дома говорит: внучочек, не хочешь пописать на дорожку? Не, ну я отказываюсь, конечно. Не понимаю, зачем ей мокрая дорожка? Вообще, не люблю хвастаться, но я довольно успешный человек. В моей школе моя фотография висит на доске почета рядом с надписью «Остальные молодцы». Продолжая тему школы, скажу. Собрался папа на родительское собрание. А я ему говорю: ты, главное, никому не верь. А он спрашивает: а тебя что, ругать будут? Да нет, папа, ругать будут тебя. Эх, стою в углу. Говорю маме: мамулечка, выпусти, пожалуйста. Жизнь-то проходит. Нет. Но можно хоть телевизор посмотреть. Можно, только не включай. Потом она говорит: сынок, ты знаешь, что каждая твоя выходка — это седой волосок на голове у мамы. Смотрю на бабушкино фото. Ты, мамочка, видимо, в детстве тоже нифигово чудила. А вообще, у меня отличная семья. Недавно сказал своей маме, что папа очень ее любит. Только ее. Что всегда грустит по ней, когда она уезжает. И даже не смотрит в сторону других теть. Вы спросите, зачем я это сказал? А вот вы не лезьте в мой бизнес.